Всем большущий привет, друзья, это трансмиссия здесь, в Рекорд Клабе, с вами Фил, добро пожаловать в мой мир. У нас сегодня очередная часовая встреча, я готов представить вам много интересной музыки, а самое главное, друзья, в четверг у нас будет специальная программа, посвященная, внимание, музыкальной конференции в Амстердаме, ADE. Именно на этой неделе она проходит, именно на этой неделе там собираются все-все-все, и именно на этой неделе мы узнаем, кто же станет лучшим диджакеем планеты по итогам 2013 года по версии DJ Mag Top 100. Это будет в четверг, а сегодня вторник и часовая тусовка. We'll be right back.
Feel.
друзья, у нас продолжается здесь трансмиссия в Рекорд Клабе. С вами Фил. Напомню, что скачать запись радиошоу трансмиссии можно с сайта djfil.net. Также, друзья, у нас совсем скоро будет в Петербурге пройдет чаепитие, очередное чаепитие, где мы с вами встретимся, а самое главное, отметим 13-летие проекта «Трансмиссия». Я думаю, что это случится в день трансмиссии 1 ноября в Санкт-Петербурге. Кстати, 2 ноября мы планируем тоже чаепитие, только уже в Москве, и тоже посвященное 13-летию проекта. А 3-го, кстати, числа мы планируем тоже чаепитие, это будет уже трансмиссия в Краснодаре. В общем, я надеюсь, что все получится, и меня хватит пить чай со всеми и везде. Но я буду стараться.
Start.
друзья, продолжается трансмиссия в Рекорд-клабе. С вами Фил. Сегодня с огромным удовольствием я вам представляю новинки этой недели, а также готовлюсь к Амстердамской музыкальной конференции. Со словом «Да» на номер 106.3. Record Club.